There wasn't any homosexuality in the Soviet Union. There wasn't even sex. It was a taboo subject. So-called buggery was criminalised from 1934 to 1993. Tens of thousands of men were given sentences of up to 8 years in prison. I was born and I grew up in Moscow. I had a happy childhood but still remember staying in queues for hours and sharing one apple a day with my parents. I always supported LGBT people, although I had only fallen in love with boys until I was 22, and I was sure I was heterosexual. An anti-gay law has been passed in Russia, which makes the life of the LGBT community more dangerous every day. But we're not going to give up, and we intend to continue our battle for the rights of queer people. Ladies and gentlemen, please welcome journalist and Moscow LGBT activist Olga Karachiova.
Меня зовут Ксения. Я родилась в Советском Союзе, закончила школу во времена перестройки, а университет уже в современной России. Я психолог с многолетним стажем и сейчас живу и работаю в городе Нью-Йорк. Я гражданка России, и все, что происходит в моей стране, касается меня лично. А это моя жена Лиза. Мы познакомились 13 лет назад в Санкт-Петербурге. Лиза – доктор исторических наук и практикующий юрист. В прошлом году в штате Нью-Йорк разрешили гей-браки, и мы с Лизой поженились. 5 месяцев назад у нас родилась дочь, и мы назвали ее Софи. Наш ребенок – это самое дорогое, что у нас есть. И таких семей, как наша, очень много. Я имею в виду семей с двумя мамами или с двумя папами. Закон о пропаганде гомосексуализма, который сейчас рассматривается Думой на федеральном уровне, очень страшный закон. Этот закон оправдывает насилие над такими людьми, как я и Лиза. Известно, что после принятия его в регионах количество преступлений, направленных на геев и лесбиянок, значительно увеличилось. Избивают и публично унижают как мужчин, так и женщин. Этот закон ставит под угрозу здоровье и благополучие таких детишек, как наша Софи. Он обязывает окружающих учить детей тому, что наша семья плохая и социально опасна. Как вы понимаете, это закончится издевательствами, и они будут продолжаться повсеместно. Во дворе, на детской площадке, в детском саду и в школе. Вспомните себя ребенком. Или подумайте о своем малыше. Вы бы хотели, чтобы подобный кошмар случился в вашей семье? На мой взгляд, люди, которые продвигают этот закон, совершают преступления против нашей семьи и наших детей. Они заслуживают публичного осуждения и наказания. Я хочу иметь возможность вырастить моего ребенка в России и не бояться за ее здоровье и безопасность близких мне людей. Поэтому я выступаю против закона о пропаганде гомофобии. Я прошу вас не молчать и перейти к действиям. Thank you.
Thank you.